Приветствую, дорогие друзья, всех на своем канале. Меня зовут Дмитрий. Засох пистолет, а не беда. Сегодня будем чистить и проводить апгрейд. Удаление шарика. Ведь из-за шарика происходит все это засыхание и забивание пистолета. Вначале нам нужно открутить головкой на 10 сам штуцер. Штуцер, в принципе, отворачивается легко и просто, если сравнивать с данной трубкой. Приготовьтесь к тому, что эта трубка не захочет сразу просто и спокойно отворачиваться. У меня она уже, так скажем, откручена. Все отворачивается. Трубку, если она забита внутри, прочищаем электродом оттуда, много грязи, но это, в принципе, трубка не беда. Самые проблемы — это сам клапан. Эта пружинка со временем обрастает всякой дрянью, и в итоге, в конце концов, все равно происходит забивание клапана. Поэтому сегодня мы от него будем избавляться. Головка на 15. Данный клапан отворачивается. Ну вот, в принципе, мы и разобрали пистолет. Клапан полностью забит. Пружинка засохла. Шарик не двигается. Все это аккуратненько вычищаем. Ну, можно и не аккуратничать, потому что нам не нужна ни пружина и ни шарик. Уже показалась пружинка. Вот она. Это пружина. Теперь выбьем шарик. Вот и сам шарик. Все остальное дочищаем. Собираем все в обратной последовательности. Ну вот, дорогие друзья, в течение 10 минут пистолет готов к работе. Апгрейд провели, шарик этот выкинули. Теперь смена баллона надо производить более аккуратней. То есть отворачиваем и при этом скидываем давление из пистолета, чтобы здесь у нас не шибануло, да? И, кстати, кто не видел, рекомендую посмотреть видео по очистке пистолета с помощью растворителя ацетона. Работает все вот таким образом. Очистка стоит в районе 5 рублей. Поэтому поработали, отсоединили, быстро промыли. Все готово к следующей работе. И, судя по комментариям, последнее видео по вот этой вот хренотени, засыхают пистолеты, видимо, только у меня. У всех лежат они почему-то годами. Возможно, это все зависит от качества. Но я пользуюсь вот этими 200-рублевыми пистолетами, которые не жалко выбросить, так как я не работаю пеной постоянно. Ну а на этом, дорогие друзья, видео подошло к концу. Кому было интересно и полезно, ставьте лайки, заходите на канал, подписывайтесь. Всего доброго, до встречи на канале. Если решили подписаться, не забудьте нажать колокольчик, дабы получать уведомления о новых видео. Следующее видео будет пеногенератор.